Травму я получил 10 лет назад, в декабре 2007 года. Сразу же по выписке из больницы я полетел в Израиль, в реабилитационный центр Левенштейн. Побыл там, потом занимался у Дикуля Валентина Ивановича. Навел первые навыки реабилитации, там приобрел. Затем вернулся в Архангельск и спустя некоторых лет стал наблюдать за производством и эксплуатацией экзоскелетов на Западе, ну, в Японии и в западных странах. В феврале 2016 года корпорация развития Архангельской области купили у компании «Экзоатлет», самый первый в России, вот такой экзоскелет. Вот. Я один из первых пилотов. Мы занимались по 3 раза в неделю, по 1,5 часа. Ходили, осваивали его, совершенствовали, давали с профессионалами по реабилитации из Архангельского реабилитационного центра рекомендации о том, что нужно усовершенствовать, каким он должен быть, как мы видим это все. Яркие, замечательные эмоции, потому как после 8 лет, проведенных в коляске, преодолеть пространство в вертикальном положении – это замечательные эмоции. Сразу же понимаешь о том, что в экзоскелете получаешь ту нагрузку, которую бы ты не получил ни на станке Дикуля, ни в бассейне, ни в каком-то другом спортзале. Здесь очень специфический тренажер, который дает то, в первую очередь это вертикализация, то, что не получишь ты ни лежа на кушетке, ни плавая в бассейне. Мы с супругой... Подойди, Галин, пожалуйста. Подойди. Подойди, пожалуйста. С супругой мы после 20 лет совместной жизни и приняли решение о венчании. К тому времени я уже освоил устройство экзоскелет от производителя «Экзоатлет». И с согласия корпорации и самого производителя мы попросили и повенчались в этом устройстве. То есть я 1,5 часа стоял на службе и 3 раза прошел вокруг алтаря. Да, все было замечательно, и это запомнилось нам и, думаю, всем присутствующим на всю жизнь. Даже после первого ощущения, после первого прохода в этом экзоскелете появляется... Ты чувствуешь, что организм оживает. Чувствуешь, вентилируются легкие, наливаются мышцы. Те, которые ты не смог бы размять или укрепить с помощью даже других тренажеров или бассейна. Поэтому это уникальный прибор, который обязательно действует. И у нас после 2 лет эксплуатации его есть реальные результаты. То есть чувствительно спускается, мышцы становятся активными. Поэтому это очень классный и важный прибор для реабилитации.